Это на раз специально, чтобы промерзали корни деревьев. Сейчас как раз надо откидывать снег, иначе если свыше 80 сантиметров снег, то может быть водопривание. И вот эта нора позволяет, ну, вот именно этого избежать. Особенно это касается сливы, сливы вишневого гибрида и песчаной вишни, войлочной вишни, если у кого она есть. Вот они очень сильно подвержены выпреванию. Есть.